А ты что, орел, что ли? Как ты летаешь-то? Я в магазине купил. А купи мне тоже, я тебе сиськи покажу. Мне что, какой-то пидорас? А ты что, не любишь смотреть на женские сиськи? Я в интернете могу посмотреть. А на каком сайте ты смотришь чаще всего? Google картинка. Просто ввожу в поисковики и все. А как часто ты смотришь на сиськи в Google картинках? Постоянно. Сейчас тоже? Нет, сейчас только исключи. Что, рука отсохла уже, что ли? Да-да. Это хреново, но я могу тебе помочь. Да не надо. Здесь есть солидные молодые люди? Есть. Я просто работаю ищу проститутки, а мне сутенер нужен. Что ты курил, чувак? Я не курю, я спортсменка. Я ебали бабу. Ты что, пидор? Ты долбоёб, отвечаю. Отвечать перед законом будешь? Не думал, что школьники могут поставить меня перед таким тяжелым выбором. Кому здесь стол нужен? Давай я тебе дам банан вместо стола. Не надо стол, нам нужен стол. Я могу дать банан. Банан так банан. Выпусти тогда, а то он здесь не поместится. Алиса, прочитай табличку. Вам будет бан, если вы не дадите вещь. Какую вещь ты хочешь, солнце? Например, дверь. А у меня есть предложение куда лучше. Какой? Давай ты получишь меня в качестве своей вещи. Я буду твоей вещью. Тебе сколько? Мне 8. Если кому-то младше 9 лет, того буду банить. Например, 8 или 7, 6, 5, 4. Но мне уже завтра 9 будет. Окей. Завтра так завтра будет играть. У тебя сколько лет? У меня есть 30. Алиса, давай покупай скамейку. Давай так, ты отгадаешь мою загадку, и я куплю тебе самую дорогую вещь в магазине. Okay. Какое влияние материи на сознание человека? Вода. Слушай, ты угадал. Я не думал, что кто-то сможет это отгадать. Давай мне вещь. Давай залазь в трусы, у меня там вещь. Пацаны, хорошая шутница. Давайте я оставлю. Дай, иди. Вы мне хоть трубочку дайте, чтобы я кислородом дышала. Все, кислород там есть. Спасибо, добрый человек. Когда я выберусь отсюда, я вам отомщу. Отомстишь за баню? Я насу на ваши лица. Давай вещь или бан. Ты лучше с админом не спорю, но у нас суровый пацан. Давай, админ, я буду твоей правой рукой. Купи, пожалуйста, кровать. Я могу только сундук поставить. Ой, это я здесь жить буду, да? Сейчас я тебе покажу, где будешь. Вот тут будешь жить. Классно. Громче, громче, быстрее. Ну все, надо умыться, помыться. Ивангай, ты что, сомневаешься в том, что я девочка? У тебя вообще нет голоса, это значит, ты вообще не человек, что ли? Я знал, он не умеет включать микрофон. Я знал одну собаку, она тоже не умела включать микрофон. А еще она себе яйца лизала по вечерам. А ты прикольный шутница, ложись в кровать, спать. Кто хочет быть моим парнем? Я. А ты знаешь, как удовлетворить девушку? Mm-hmm. И что же нужно девушке, по-твоему? Цветы, купли, всякие, и подарки женские. А на машине нужно катать? Нужно катать. Цветы дарить, на машине катать, что еще? Купли женские, и все женские вещи, которые все есть. А внимание, ей нужно внимание? Да, очень обязательно, очень. Еще нужно ей, как там, сейчас помню. Комплимент. А если ты будешь моим парнем, как часто ты будешь меня в кино водить? Каждый день. Купли, каждый день. И подарки, каждый день. Комплимент, каждый день. Алис, я тебе сейчас останусь до плана, я сейчас зайду на парк, окей, не уходи. Окей, солнце. А давай мы не скажем Димону, что ты тоже будешь моим парнем, ты будешь моим тайным парнем. Я ему скажу, что поеду домой, а на самом деле поеду к тебе. А ты давно его знаешь? Всю свою жизнь? Да, 5 лет, это долгий срок. А ты умеешь одевать презервативы? Ртом? Ну тогда мы с тобой поладим. А ты умеешь писать что-нибудь, кроме фразы «да»? Ха-ха-ха, я модератор. Надо закопать его сундук. Все, парни, отдыхайте, хватит строить. Я твой парень, дай строить, говорит. Что ж, ребят, какой можно сделать вывод из всей этой истории? Не доверяйте женщинам, они очень коварны. Да, сейчас все будет.
Да не, все, хватит, надо дом строить, а то как бедные сидим здесь. Игровой канал Пуховика, он самый лучший на земле, самый лучший во всем мате Ворнете. И ты подписан на него, я знаю точно, знаю, бро, не может быть оно иначе. С друзьями ссылкой парились и сразу станет ярче жизнь, ведь смотришь ты канал Пуховика.